Разговор Зеленского с Байденом, вооружение Украины партнерами, почему не стоит медлить? Последние новости по Пригожину и расшатывает ли это настроение в России, а также о зерновой сделке. Турция надеется обсудить ее с ООН и Россией. Говорим об этом с антикризисным советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Михаил, новость последних нескольких часов, не можем не обсудить ее с вами. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел секретное совещание с представителями командования НАТО на границе. Как пишет издание The Guardian, речь шла о перезагрузке военной стратегии. Как можете это прокомментировать? Ну, во-первых, почему секретное? Почему только одно? Мне кажется, что Валерий Федорович проводит совещания ежедневно и, в принципе, с нашими партнерами, в том числе, и таких совещаний очень большое количество. Это не какое-то, знаете, у меня такое ощущение, что мы в каком-то несколько иногда инфантилизированном мире живем. То есть люди думают на полном серьезе, что вот есть какое-то совещание, на котором принято решение, а потом все, больше совещаний не происходит. Но это не так работает на самом деле. Еще раз подчеркиваю, Генеральный штаб постоянно вносит коррективы, исходя из того, что происходит по линии фронта. Ну, соответственно, учитывая те ресурсы, которыми мы располагаем, мы смотрим то, что разведка дает данные по поводу тех ресурсов, которые есть в России, коррективы всегда вносятся. Безусловно, эти коррективы, которые мы вносим, всегда обсуждаются с нашими партнерами. Для чего? Для того, чтобы актуализировать поставку того или иного дополнительного инструмента. Поэтому мне кажется, что это как-то странно выглядит. И что касается стратегии, то еще раз подчеркиваю, нету какой-то такой, знаете, монолитная стратегия, которую, знаете, залили ее в бетон, мы двигаемся только так, мы никаких там корректив не делаем, не вносим изменений и тому подобное. Поэтому все достаточно гибко. Вы же видите, что постоянно зондируются разные направления, то есть используются множественные направления для проведения атакующих действий. Это не только там, например, Донецкое или не только Запорожское направление, не только Южное. Вы видите, что интенсифицируются боевые действия в Крыму, ну, с точки зрения, допустим, уничтожения инфраструктуры, обеспечения российской армии. И поэтому наши партнеры абсолютно нормально, если они каждый день знают оперативную обстановку. То же самое, что и Генеральный штаб предлагает какие-то там свои видения. Это обсуждается, вносятся коррективы и дальше двигаемся. Я вообще, я, честно говоря, здесь хотел бы подчеркнуть очень коротко, да, подытожить. Я вообще смотрю на все это оптимистично. Большой объем работы, который необходимо сделать, учитывая все, что Россия там сконцентрировала. И, естественно, Генеральный штаб, анализируя все, что Россия там подвозит, не подвозит и так далее, вносит, еще раз подчеркиваю, те или иные необходимые изменения в тактические схемы, а дальше их реализует. Давайте спокойно относиться к тому, слушать официальные комментарии, которые, ну, я не вижу пока никакого драматизма. Разговор Зеленского с Джо Байденом. Известно о том, что обсудили вооружение Украины, военную помощь для Украины, а также привлечение России к ответственности за те преступления, которые здесь совершают и российские войска, и высшее военное руководство Российской Федерации. Есть ли подробности переговоров президентов Украины и США? Ну, безусловно, мы постоянно актуализируем, если мы говорим о Соединенных Штатах, это главный, по сути, донатор техники у Соединенных Штатов, ну, я имею в виду военной техники. Соединенные Штаты постоянно нам пакеты объявляют, те или иные пакеты. Президент Зеленский периодически актуализирует ту информацию, которая необходима для наших партнеров, чтобы, опять же, более сбалансированные пакеты делать. То есть, допустим, если нам надо приоритизировать получение ракет, вернее, противоракет к системам Патриот, то, безусловно, президент Украины об этом говорить со своим визави, со своим американским визави. Ну и кроме того, мы бы хотели все-таки более агрессивную, давайте я так мягко буду говорить, более агрессивную политику в отношении присутствия России в международных институтах, да, ну таких как, например, тоже ООН, или более агрессивную политику, я имею в виду не только Соединенных Штатов, но и международного сообщества в целом, по отношению, например, к Международному уголовному суду, который должен давать соответствующие, выписывать соответствующие ордера для того, чтобы снизить, существенно снизить внешнеполитическую мобильность России. Смотрите, у нас Путин, конечно, как человек смелый, он находится, проводит встречи по всему миру, я сейчас с иронией говорю, да, то есть он везде ездит, он везде встречается и так далее. Но нам желательно, чтобы точно так же смело себя вели, например, тот же Лавров. Он крайне отвратительно выглядит, когда приезжает куда-то, потому что он несет, знаете, у них уже пропаганда, наверное, своя уже перестает это нести, то, что несет Лавров, когда он приезжает и где-то рассказывает о нацистских режимах и так далее. Вот нам нужно все-таки как-то, чтобы глобальная политика стала более агрессивной к вот этим проявлениям оскорбительного поведения России на внешнеполитических площадках.
Ну вот президент пытается это актуализировать для того, чтобы Соединенные Штаты тоже выступали за более действенное препятствование, что ли, присутствию России на международных там саммитах и так далее и тому подобное. Тем более, что мы с вами знаем, вскоре будет саммит G20, там Россия, конечно же, со смелым президентом будет находиться по видеосвязи, но тем не менее, она все-таки там будет находиться, а желательно было бы, чтобы Россия была изолирована в полном объеме. Почему я говорю об изоляции в полном объеме? Тут два аспекта есть. Первое, это, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы санкции работали более жестко, потому что мы видим с вами, Россия пользуется лазейками, обходит эти санкции и делает те же, например, калибры или искандеры. Было бы желательно, чтобы этого не было. Для этого нужны другие юридические статусы для России. Это с одной стороны. С другой стороны, если Россия перестанет присутствовать на тех или иных мероприятиях, то реально резко сократится ее информационное воздействие, например, на страны там, глобального юга, ну или на те страны, которые до сих пор продолжают придерживаться условной нейтральной позиции. Кстати, тут есть очень важный аспект. На сегодняшний день мы бы существенно расширили проукраинскую коалицию и имели более, скажем так, действенную поддержку Украины за счет как раз-таки стран с нейтральной позицией, если бы мы забрали у Российской Федерации право вето в ООН, потому что через это право, которым она торгует, по сути, Россия может блокировать сопутствующие какие-то там решения в пользу других стран, но не касающиеся войны Украина-Россия. Например, там, если кто-то должен получать те или иные донаты, например, через систему ООН, то вот Россия может угрожать использованием права вето, заблокировать возможность той или иной страны получать те или иные деньги, участие в той или иной программе и так далее. Вот нужно избавить Россию от всего этого, и тогда, конечно же, мы с вами будем видеть гораздо более широкую проукраинскую коалицию. Вот это все обсуждается на уровне президента. Президент Зеленский эти темы актуализирует, он все время поднимает эти вопросы, когда общается с лидерами других стран, ну и, безусловно, когда он говорит с президентом Байденом, конечно же, США, как абсолютный на сегодняшний день лидер, скажем, демократического мира, должен тоже нас поддерживать в вот этих инициативах. Михаил, вот вы перед этим говорили о том, что ситуация на фронте динамична, она меняется. Соответственно, тому, как она меняется, меняются потребности военной помощи вооруженным силам Украины. Но цели Украины на фронте остаются неизменными. Это победа и это освобождение всех украинских территорий в границах 1991 года. В то же время, за последние полтора года цели так называемые специальные военные операции, озвучиваемые так или иначе военным и политическим руководством Российской Федерации, они меняются постоянно. Сначала это были так называемые, что там, денацификация, демилитаризация, уже даже и забыли все, по большому счету, с чего это все начиналось. Потом там были и боевые комары, и борьба с сатанистами. Не так давно Путин сказал о том, что цели как бы меняются, но они и не меняются одновременно. Шойгу сказал о том, что одна из целей этой войны – это освобождение из плена российских оккупантов. Симптоматика того, что происходит в кремлевском Лепрозоре, она достаточно интересная, я думаю, вызывает еще больше интерес у представителей научного сообщества. Но, тем не менее, как вы думаете, как долго еще российское военное и политическое руководство может продавать россиянам эту войну без каких-либо конкретных целей? Во-первых, единственный пример денацификации — это уничтожение в Тверской области субъекта Уткина, который абсолютно точно принадлежал к этому, скажем так, специфическому социальному явлению — нацисты, неонацисты современного плана. Это первое. Второе. Цели Российской Федерации никогда не менялись, начиная с зимы 2014 года. Эта цель — полное уничтожение украинской государственности, полное лишение Украины субъектности, полное лишение Украины суверенитета, превращение Украины в Беларусь 2.0 и так далее и тому подобное. Эти цели просто были реализованы сначала маленьким вторжением для того, чтобы создать плацдарменные возможности, а дальше большим полномасштабным вторжением. На сегодняшний день эти же цели перед Россией стоят. Путин никуда от этих целей не делся, он продолжает их исповедовать. И в принципе, поэтому эта война должна закончиться не просто выходом на границы 91 года, а тотальным уничтожением путинской элиты как таковой. Это возможно через внутреннюю трансформацию России. То есть это не Украина должна будет делать, но обрушение линии фронта, выход на границы 91 года, падение Донецка-Луганска, падение Крыма, безусловно, вызовет необратимые процессы в самой России, и Путин исчезнет. Это единственный способ эту войну выиграть. Других способов, ну и вернее, сохранить Украину, давайте все-таки шире говорить, сохранить Украину как государство, полноценное государство со своей субъектностью. Поэтому здесь нету никаких изменений.
войне, и это будет продолжаться. И если путинская элита останется после этой войны, вот нам же иногда периодически предлагают, а давайте-ка вы там сядете за стол переговоров. Так вот, это сесть за стол переговоров сегодня, это означает сохранить путинскую элиту и значит добровольно согласиться с тем, что украинская государственность так или иначе медленно, но будет уничтожена в любом случае. Что касается, насколько Путин может управлять собственным населением, безусловно, он может управлять собственным населением. Я сомневаюсь, что сегодня там тотальное большинство, как это было накануне войны или там первый год войны, допустим, в течение первого года войны, поддерживает эту войну, оно испугано, оно реально пребывает сейчас в страхе по нескольким причинам. Одна из них — это, безусловно, гигантское количество жертв этой войны, которые есть в России, ну, имеется в виду и убитые, и раненые, и ампутированные, там, я не знаю, все, что они там наворотили, это большое количество могил. Я не называю это кладбищами, я называю именно могильниками, да, потому что это люди, которые пришли в другую страну убивать граждан этой страны и так далее. Это мобилизационные процессы, это потеря покупательских способностей, это падение уровня жизни. И, безусловно, это превращение России в такой себе классический гулаговский лагерь, который, в принципе, может существовать в России бесконечно долго. То есть там люди понимают, что это война, абсолютно конкретная агрессивная, ну, частично понимаешь, что это абсолютно агрессивная война на чужой территории против другой страны и так далее. Они понимают, что это никакая не защита там от боевых комаров, как вы сказали, никакая не защита своих домов и тому подобное. Но люди пребывают в животном классическом русском страхе. Они и неистово боятся силовую вертикаль, хотя она очень слабая в России, они неистово боятся лагеря, потому что в России не умеют сопротивляться. В России умеют организовывать бунты, ну, то есть такие, знаете, мужицкие, пьяные бунты, которые полностью уничтожают элиту, но после этого они точно такого же дракона, уничтожив одного дракона, себе на загривок сажают. Поэтому здесь никаких изменений не будет. Единственное, что можно в этой войне делать, это следующее. Украина должна нанести существенные тактические поражения, поэтому здесь мы ждем официальных заявлений господина Залужного или господина Зеленского, ну, с точки зрения того, что происходит у нас по линии фронта. Более того, я отмечу, что и Залужный, и тот же генерал Милли сказали о практически вот таком ожидании прорывов и первого, и второго эшелонов по линии фронта и так далее. Вот это единственное, что приведет к обрушению российской армии, которая, в принципе, так как она сегодня не состоит из контрактников, не состоит из людей, которые вкладывались, в которых вкладывались большие деньги, которые хорошо подготовлены и так далее, которые психологически хорошо подготовлены. Это мобилизованные, которые находятся в таком расшатанном, очень психологически неустойчивом состоянии, психически неустойчивом состоянии. И, естественно, как только будут существенные поражения с большим количеством погибших в Российской Федерации, я имею в виду одномоментно, большим количеством погибшим, это все обвалится, и они побегут в Россию с оружием. И, соответственно, в самой России к ним присоединятся бандформирования, которые сейчас уже там немножко наглеют в разных регионах. То есть количество криминальных преступлений выросло существенно. Я имею в виду преступления против личности, связанные с тяжелыми там насилием, убийствами, истязаниями и так далее и тому подобное. Вот это все обрушится на Россию. И, соответственно, мы с вами должны дождаться момента, когда произойдет обвал фронта, когда побегут туда, и после этого элита путинская начнет заканчивать свое существование, и тогда уже не будет иметь значения, на что она там влияет, что они говорят, как они оправдывают свои вот эти военные преступления, как они там вписывают в учебники по истории, обзывая СВО там разными хорошими словами и записывая, что все это герои. Событиях в России, которые будут происходить дальше, и в этом контексте хочется обсудить с вами смерть Пригожина. В нашем эфире буквально в начале Илья Пономарев, бывший российский депутат, заявил, что, возможно, Путин и не знал о том, что совершится покушение на Пригожина, о том, что самолет собьют, и, возможно, это сделал Шойгу. И для Путина это стало своего рода сюрпризом. Верите ли вы в такую версию? И как, по-вашему, дальше будут развиваться события в путинской элите в связи со смертью Пригожина, с убийством Пригожина? Мне нравятся разные версии. Я очень люблю, когда различные версии высказываются. Давайте я вам тогда еще добавлю версии, если хотите. Да? Но на самом деле справедливая версия только одна. Абсолютно точно разработанная спецоперация. У Пригожина постепенно отжимали контроль над Вагнером, забирали тяжелую технику, забирали определенные контракты, выдавливали его основных боевиков в Африку, выдавливали основных боевиков в Белоруссию. Часть из них будет задержана, уничтожена и так далее. И за этим стоит, безусловно, только лишь специальные службы Российской Федерации. И все это
это было согласовано с Путиным. Причем было согласовано там через 3-4 дня после, собственно, неудавшегося переворота. А сам Пригожин в 19.30 24 июня подписал смертный приговор лично у Путина. Ну, без личной, конечно, встречи, но тем не менее подписал. Поэтому, конечно, можно рассказывать разные версии, особенно учитывая, что Шойгу — это, безусловно, смельчак, который тонкие операции умеет разрабатывать. И при этом сам Шойгу находится, по сути, под колпаком у ФСБ и так далее и тому подобное. Поэтому, кроме версии с Шойгу, что он мог устранить, я, например, назову вам другую версию. Аверьянов — это один из замов главного управления, который хочет контролировать тотально все активы в Африке. Все активы, которые раньше принадлежали Вагнеру. Что такое Вагнер? Вагнер будет расформирован как юридическое лицо, часть сотрудников Вагнера высшего звена будут уничтожены, но остальные — это наемники, они перейдут на работу к другому заказчику и к другому плательщику. Вот человек мог перехватить все эти активы в Африке. Это гигантский объем денег, это гигантский объем доходов. Это несколько стран, которые контролируются, я их называю, Мали, Чад, Центральноафриканская Республика, сейчас Нигер, еще и Буркина-Фасо. Кроме этого, это попытка полностью взять под контроль тот же Судан и так далее и тому подобное. Это прииски, урановые, золотые, алмазные. Это транзиты другого вида сырья. Ну, это, по сути, домашняя территория, где можно делать все, что ты хочешь. И, соответственно, устранив Пригожина, активы, например, хотела забрать главное управление. Может быть такая версия? Безусловно. И таких версий может быть еще несколько, которые могут так или иначе оправдывать то, что случилось с Пригожиным. Но на самом деле, еще раз подчеркиваю, Путин демонстративно уничтожил человека, который его обнулил, унизил, главное, перед кем? В глазах собственной элиты. И Путин хотел показать, что в России на сегодняшний день, если мы говорим о России в том виде, в котором она реально существует, пахан может быть только один. Более того, Пригожин продолжал в течение этих 2 месяцев унижать Путина, появляясь на тех или иных саммитах и улыбаясь так презрительно в отношении Путина. Это не было возможно, ну, нельзя было стерпеть Путину, и, соответственно, конечно же, было реализовано вот это то, что мы с вами увидели, либо подрыв внутренний, заложенный взрывотехникой, либо сбитие С-300. Ракетой, и я здесь не вижу никаких других вариантов. Ну, возможно, можно еще одну версию добавить, что, например, сам Патрушев решил уничтожить человека, который вышел из-под контроля для того, чтобы не иметь головной боли и не стоять все время перед Путиным и говорит, как это так, вы упустили человека, который поплыл в собственном плавании, да. И не забываем также, ну, эта версия, опять же, без согласования с Путиным работать не может, точно так же, как без согласования с Путиным не может работать версия по Шойгу, без согласования с Путиным не может работать версия Аверьяновым и так далее и тому подобное. Любые версии без согласования с Путиным в Российской Федерации невозможно. Почему? Потому что было сделано это слишком демонстративно, умышленно, так, чтобы все это увидели и, соответственно, сделали определенные выводы. Ну и главное, Пригожин являлся оппонентом с электоральной точки зрения, с политической точки зрения, с точки зрения влияния на элиты только для Путина. Все остальные, в принципе, договороспособны были между ними, и Пригожиным можно было договориться. Поэтому Пригожин был устранен только лишь исходя из желания Путина. Это было сделано демонстративно, и это будет иметь разрушительные последствия для внутренней элиты, потому что внутренняя элита, даже ближайшее окружение, понимает, что Путин впал в паранойю, он очень подозрителен и будет всех уничтожать или будет тотально всех контролировать, не позволяя там, о чем-то думать, договариваться, искать какие-то варианты Б, С и так далее и тому подобное, чтобы выйти из этой войны, неудачно складывающей для всей элиты. То есть Путин хочет проиграть войну вместе с этой элитой. Вы знаете, Михаил, вот вы в наших эфирах периодически апеллируете к недавнему прошлому, говоря о том, что мог ли мир представить о том, что мы с вами здесь сейчас будем говорить на ту или иную тему. Вот я сейчас задам вопрос, который, кажется, в недавнем прошлом тоже еще был невозможен и сложно было представить о том, что мы сейчас, 26 августа 2023 года, будем об этом говорить. Скажите, есть ли у Украины план на случай возможной смуты в России? Я имею в виду, ну вот конкретно, там, национальные республики объявляют о своем суверенитете. Парад суверенитетов национальных республик в России, например. Безупречный план у нас. Во-первых, я бы рекомендовал вам с большой симпатией относиться к господину Малюку и господину Буданову. Они абсолютно точно работают в том числе с непризнанными пока республиками в составе Федерации, Российской Федерации, ну то есть, грубо говоря, с этническими территориями, да, которые имели право еще в 91 году, но с 91 начиная, имели право на самоопределение, и это самоопределение было уничтожено, как это было сделано в Дагестане, в Чечне, дважды в Ингушетии и так далее и тому подобное. Поэтому, безусловно, вы правы, мы прекрасно понимаем, что будем делать, как будем с ними работать, и мы с ними работаем.
давайте прямо скажем, что нам интересно смотреть за тем, как постепенно в этих, скажем так, потенциальных суверенных государствах формируются элиты с другим мнением, чем традиционное мнение, давайте брать донаты от Российской Федерации и жить на, так как, например, Чечня Кадырова живет за счет федеральных субвенций и так далее. Мы за этим смотрим. Безусловно, вы знаете, если начнется парад суверенитетов, смута, бунты в Российской Федерации, то российская армия очень быстро убежит туда, потому что это будет главное для них занятие немножко помародерить. Это традиция Российской Федерации, но имеется в виду граждан Российской Федерации, просто русских людей, да. Если начинается какая-то смута, то нужно в ней принять участие, потому что ты сможешь что-то там урвать, что-то там себе забрать, какое-то влияние или какое-то имущество. Поэтому, конечно, армия туда побежит. Безусловно, нам нужно будет очень быстро подойти к границам, укрепить их. Безусловно, нужно будет активно работать с агентурной сетью, которая есть в этих, скажем так, на этих территориях, на этнических территориях. И, безусловно, нужно будет объяснять нашим партнерам, я имею в виду западным странам, которые до сих пор панически боятся естественного исторического развития событий. А мы им, кстати, объясняем, чем раньше Россия путинская проиграет, тем больше шансов, что это государство, в принципе, сможет более-менее, ну, имеется в виду те, кто, та элита, которая придет на смену путинской элите, она сможет более-менее контролировать что-то в самой России. Чем дольше тянется война, тем более будет оглушительным падение путинской элиты, тем более непредсказуемыми могут быть те внутренние процессы, бунтовские процессы, как вы говорите, да, ну, то есть, по сути, гражданская война, которая может привести к каким-то там непредвиденным развитиям сюжета. Но, опять же, даже если это будет так, на сегодняшний день нельзя это остановить. Россия должна прийти к своему неизбежному, обязательно фатальному финалу. Нельзя быть такой примитивной, агрессивной из позапрошлого века страной, которая может на полном серьезе, я сейчас говорю, посмотрите, есть архаичная страна, которая не генерирует ничего современному цивилизационному этапу развития, но при этом она сидит на, скажем так, за столом, там G8 до определенного времени сидела. G20 до сих пор сидит, в ООН, в Совете Безопасности. То есть страна отсталая, максимально пустая, максимально агрессивная, до сих пор там сидит. Так вот это все должно закончиться. Россия подвысила резко ставки. Она думала, что в принципе весь мир труслив, и весь мир позволит бандиту вести себя по-бандитски и боится, и будет бояться его. Сейчас все это заканчивается. То есть естественный вот этот исторический промежуток времени, который занял 20 лет, ну имеется в виду с момента восшествия на российский престол Путина, ну и до сегодняшнего дня, вот этот период заканчивается. Если бы это было средние века, этот период мог бы тянуться 200 лет. Сейчас он тянется 20 лет, ну немножко больше, 20 там. 3-24 будет года тянуться, но в итоге он приходит к своему неизбежному, еще раз подчеркиваю, фатальному концу. Мы, конечно же, все это анализируем. У нас неплохо работает СВР, неплохо работает СБУ, неплохо работает комитет разведки, который возглавляет Буданов. И, соответственно, конечно же, они там проводят соответствующую работу, понимают, что, как, почему и какие сценарии могут быть, и как Украина себя будет вести. Михаил, спасибо вам большое за этот разговор с антикризисным советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Говорили о будущем России, о переговорах президента Зеленского с Байденом и о секретных, несекретных встречах главкома Залужного с союзниками.